Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про політико-економічну ситуацію у Білорусі. У нас в гостях політичний оглядач Юрій Райхель. Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрію Борисовичу, я радий в чергове вітати вас у нашій студії. Здравствуйте. Власне, пропоную почати нашу розмову з теми, яку обговорюють в Україні вже кілька днів. От буквально перед тим, як ми зустрілися, я так стрічку новин листав. Генпрокурор наша Венедіктова зробила заяву стосовно смерті Віталія Шишова, власне, голови Білоруського дому в Україні. Його смерть. От що це було? Ви написали велику статтю в загальнонаціональних СМІ, газета «День» можемо назвати. От ваше бачення цієї ситуації, ваше бачення цієї загибелі? Тут нужно рассмотреть ее в более узком смысле. Там гибель человека, убийство и политическая провокация каких-то спецслужб, скорее всего, белорусских и российских. А в то же время ее нужно рассмотреть в более широком смысле. Это большая политическая игра. К сожалению, частью этой игры стала гибель человека. Тут есть несколько вариантов. Первое. Выполнено это белорусскими спецслужбами. Почему выбран именно Виталий Шишов, человек, в общем-то, не очень сильно в информационном поле присутствовавший, больше занимавшийся вроде бы такими, ну, много бытовыми вопросами белорусской диаспоры, политэмигрантами, которые в Украине, их устройство. Ну, в общем, у людей же очень много проблем, потому что очень многие вынуждены срываться с места из Беларуси буквально с одной сумкой. А некоторые вообще только документы прихватили, и уже они вынуждены были бежать в Украину. Конечно, у них очень много проблем. Но, видимо, то, что он стал заниматься верификацией агентов белорусских и российских спецслужб, инфильтрованных в белорусскую оппозицию в Украине, это, видимо, и вызвало то раздражение, которое было в Минске и, видимо, в Москве. Потому что он занимался не только белорусскими агентами, а и российскими. И есть сведения, что он передавал или предупреждал наши органы о том, что, вот, как говорится, нужно присмотреться к тем или иным людям. То, что белорусские политэмигранты, их поток будет инфильтрован агентурой Минской и Московской, но это не подлежало никакому сомнению. Это обычная практика спецслужб. Не они первые, не они последние. Так было и будет всегда. И процедить этот поток, выявить эту агентуру, это уже задача украинской контрразведки и других органов, которые этим занимаются предметно. Естественно, это, конечно, было очень многим не понравилось. В Минске и, видимо, в Москве. По характеру действия, вот если сравнить это с убийствами, ну, например, в Берлине этих чеченцев, там, Хангашвили и других, и вот в других столицах, это очень напоминает почерк не белорусских, а российских спецслужб. Потому что, ну, мы должны признать, что инфильтрация белорусской агентуры в Украине, она относительно мала. И возможности этой белорусского КГБ по проведению подобного рода так называемых активных мероприятий, они весьма ограничены. В
то время как наша страна с давних времен инфильтрована российской агентурой, прямой, открытой и подпольной, и мы на это должны смотреть, как говорится, открытыми глазами, тем более, что мы ведем войну, и тут очень много всего проникает в нашу страну. Во многих местах наша граница просто не или прозрачная, будем так говорить. Поэтому по тому, как это было сделано и по характеру, это, конечно, было, ну, по крайней мере, спланировано в Москве. Возможно, что черную работу выполнили белорусские агенты, но корни нужно искать в Москве. Юрію Борисовичу, я хотів уточнити один момент, і не дарма, до речі, згадав Венедіктову, я так передивився цю новину, хоча й по діагоналі, але тим не менше. Вона зробила заяву, що не вважає за доцільне цю справу, це кримінальне провадження, яке відкрите за статтею 115 Кримінального кодексу України, не слід його політизувати. Ваше ставлення до такої заяви Генерального прокурора України? Ну, с одной стороны, она должна так говорить, потому что расследование действительно должно быть не политизировано, и нужно просмотреть все варианты, даже самые маловероятные. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что в любом преступлении первый вопрос – кому выгодно. Это квибоно. Да, древнеримская формула, она не потеряла нисколько своей актуальности. А кому выгодно? А давайте вспомним, куда будет в конце августа ехать наш президент. И представить Украину... Для наших глядачей в Сполучені Штати Америки. Да. И представить Украину как несостоявшееся государство, в котором нет порядка, и слабая украинская власть. И у нее творится бог знает что. В парках и на улицах. Это прямая задача Москвы как политического центра, который нам противостоит. И тут удивляться нечему. То, что заявила Венедиктова, ну, она должна так заявлять. Но к этому нужно относиться совсем, ну, как бы не надо сужать кругозор. Мы прекрасно понимаем, что такие события не происходят, ну, просто так. Вот кому-то что-то вздумалось. Хотя мы психологию Лукашенко прекрасно понимаем, тем не менее, он достаточно, ну, в нужный момент выдержанный политик. А вот ему, в конце концов, все равно, куда поедет Зеленский и что он там решит. А вот Москве совсем не все равно. И московская агентура действует и в Вашингтоне, лоббистская агентура. Мы можем перечислить несколько органов информации, которые содержит Москва в Соединенных Штатах и которые проводят ее линию, кроме прямых российских, там, «Спутника», «Russia Today» и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения нужно подходить к убийству белорусского оппозиционера. И выбор этой фигуры тоже совсем не случайен. В конце концов, белорусских оппозиционеров много в Литве, много в Польше, даже уже теперь в Чехии, но об Италии мы вообще не говорим. Там самая большая белорусская диаспора. Но выбрали именно Украину. И это тоже совершенно не случайно, а носит политический характер. И вот этот политический характер – это задача не Генеральной прокуратуры, это задача нашего руководства, начиная от президента и кабинета министров, ну и, соответственно, спецслужб. Юрію Борисовичу, хотів би поговорити дещо так ширше. От Білорусь 2021 року, з політичної точки зору, що це за держава? Ну, це государство, которое находится в состоянии диктатуры, постоянной деградации экономической, политической и организационной. И таким наглядным примером этой деградации служит вот этот вот случай на Олимпийских играх в Токио с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Вопрос даже не в том, что там лично с ней произошло, а то, что подготовка команды, в данном случае белорусской, была поставлена из рук вон плохо.
были пропущены там необходимые протокольные там пробы и так далее, и так не были выполнены обязательные организационные элементы, которые присутствуют в каждой команде и которые необходимы. В результате несколько белорусских спортсменов были недопущены к играм. Почему? На один день пропустили предоставление там необходимых проб, где-то не дали соответствующих документов и так далее. То есть это говорит о том, что уровень чиновничества очень низкий. Почему? Потому что очень многие белорусские чиновники достаточно высокого ранга, среднего и высокого ранга, уехали из страны. Это касается всего. Это начиная от дипломатов и кончая там директорами заводов. Ну и так, и очень много-много это можно их перечислять. Самая административная ланка. Да, режим деградирует, потому что у него не состыковывается, у него плохо начинает работать государственный аппарат. Это первый признак разложения. Когда не работает государственный аппарат в условиях диктатуры, когда, казалось бы, дал приказ, ну и все, и должны выполнять, а не выполняется. Он раздает, я имею в виду Лукашенко, по телевизору раздает указания, приказы и так далее, а не делается. По разным причинам. Кто-то что-то где-то не успел, не досмотрел, не сказал, а кто-то просто саботирует. Не выполняет, не проявляет инициативы, ну и так далее. Мы знаем тысячи примеров так называемой итальянской забастовки, когда придраться не к чему, а начинают работать по правилам. А когда начинают работать по правилам демонстративно, вот это, как говорится, средняя степень деградации режима. Тобто робиться така, ну, фактично це фальш, да? Тобто робота, вона якби робиться, але фактично нічого не відбувається. Да, то... Але, Юрію Борисовичу, от стосовно не політичної, а стосовно економічної складової. От ми пам'ятаємо, до недавнього часу у нас у Дніпрі, взагалі по Україні, були магазини, білоруські товари, начебто в яких і дійсно там досить якісні продукти були. Тобто порівняно навіть з українськими. Знову ж таки, до недавнього часу рівень життя, от в економічному плані, ви говорите про деградацію, до недавнього часу, втретє повторюю, цього не було видно. Чому так? Це не було видно, тому що страна знаходилась на російському содержанні. А зараз? А зараз поток російський уменьшається, тому що Росії самої не завжди вистачає грошей, де й внешньополітичні авантюри Путіна требують все більше. Зараз треба займатися Центральною Азією. А там огромные затраты нужны. Просто это не тема нашего сегодняшнего разговора, но это мягкое подбрюшье России, и в Москве очень нервничает. Ну да, Афганистан, зараз Афганистан, да, там очень и очень много всего возникает. Там с Казахстаном 6 тысяч километров неохраняемой вообще границы, даже не обозначенной на карте. Там ну, просто степь голая. Поэтому... Последний раз Лукашенко поехал к Путину и просил 1,5 миллиарда долларов. Дали 500 миллионов. То есть, если раньше Беларусь получала из России кредиты в необходимом количестве и очень часто получала товары, ну, в частности, нефть. Вот мы импортировали из Беларуси, например, бензин белорусский. Почему? Нам было это выгодно, потому что Беларусь из России получала нефть по сниженным ценам. Причем очень существенно. Иногда это доходило до 20-25% по сравнению с ценами на мировом рынке. То же самое относилось к газу, ну и так далее. И много еще всего. А сейчас проблема заключается в том, что из-за санкций Европы и, видимо, в ближайшее время к ним уже начинают присоединяться Соединенные Штаты, к концу года уменьшится экспорт белорусских товаров. В первую очередь, калийных солей и удобрений. Я вам скажу, что в потоке белорусского, ну, допустим, иностранной валюты или там прибыли от экспорта, калийные удобрения составляли 30%. Потом там все остальное.
Вот. То есть сейчас происходит использование того, что накоплено, что было. Потому что санкции же, они какие? Новые договоры не заключать, старые выполнять. Вот к концу года основные договоры поставок белорусских товаров в Европу подсанкционных, которые попадают в санкционный список, они закончатся. И вот тут уже начинаются проблемы. Кроме того, есть очень большая угроза введения санкций против белорусских банков, которые, то есть им запретят, допустим, операции с долларом. Ну, это фактически все. Сейчас этого нет, но осторожные европейцы уже начинают отказываться от операций с белорусскими банками. Мало ли что будет. Можно попасть случайно, мог и не знать, но попадешь в черные списки американского министерства финансов. Попасть туда легко, вот выйти оттуда крайне сложно. Поэтому мы сейчас вот наблюдаем в экономическом смысле, вот видимой деградации нет. Но все понимают, что это есть. И если взять, например, как население, оно же очень чувствует, люди забирают долларовые вклады из белорусских банков. Это самые белорусы, чи взагалі по всему свету? Нет, вот белорусы, ну, внутри страны. А у них очень много было, потому что белорусы же очень много ездили в Польшу, в Литву и вот в сопредельные страны. Они такая же у них система, они ездили работать, переводили деньги, и они забирают оттуда деньги. В результате возникает угроза, а угроза – это инфляционные ожидания, что начнется девальвация белорусского рубля. Что может ее предотвратить? Очередной российский транш, на что Москва сподобится или не сподобится, неизвестно. Или они не зря приняли решение, что они в любой момент могут изымать долларовые сбережения белорусского населения. То есть режим чувствует, что у него кончается фінансова подушка. Юрію Борисовичу, от якщо поглянути в історичній ретроспективі, от через буквально 2-3 тижні ми будемо святкувати 30-ту річницю проголошення акту про незалежність у грудні, саме на території Білорусі були підписані Біловезькі угоди, які фактично поставили хрест на Радянському Союзі. Як так вийшло, з вашої точки зору, ваше бачення, чому держава, де фактично закінчилась одна з тоталітарних держав 20-го століття, найбільша чи одна з найбільших. От чому вона зрештою через 30 років прийшла до диктатури і як вона прийшла до диктатури? Ну, то, що це було в Біловежській пущі, це фактор случайний. Так просто вийшло. Ні, ну не в Москві, тому що там Горбачов сидів, там зрозуміло. Так, да? Должны были, там були різні варіанти. Не в Москві, а були, розглядався варіант одного із українських городів. Но вот выбрали Беловежскую пущу, потому что, кстати говоря, потому что и Кравчук сказал, что ему легче туда поехать. То есть это фактор случайный, но, тем не менее, определенный символизм в этом есть. Дело в том, что в Беларуси, в отличие от Украины, к декабрю 91 года не было столь широкого оппозиционного антисоветского движения, какое было в Украине. Белорусская элита исторически была гораздо более русифицирована, чем украинская. И вот эти все факторы, это я могу даже из личных впечатлений, когда я был уже в 92-м или 93-м году в Минске и разговаривал в том числе и с белорусскими оппозиционерами, Тоді Лукашенко був опозиціонером, до речі. Да, да. Спілкувалися? Ну, да, ще, як говориться, ніхто не знав, що Лукашенко стане президентом. І вони мені з горечю говорили, що в Білорусі по-білоруськи розмовляють тільки в селах Гродненської області.
То есть народ к тому времени практически утратил свой язык. Русский доминировал абсолютно. А в некоторых пограничных районах с Украиной говорили на украинско-белорусском суржике. И это такой вот чисто иллюстративный фактор. Он не, в принципе, политическим значением он может приобрести, а может не приобрести. Но вот они мне, кроме того, говорили, у нас нет исторической памяти, которая есть в Украине. У нас не было казачества. Не было даже такого прото-государства, как была казацкая Украина времен Богдана Хмельницького. Але тим не менше, я вам хочу сказати, у білоруській історіографії зараз і при Лукашенко це досить активно пропагується, що фактично білоруси є нащадком Речі Посполитої. Это второй вопрос. Они могут об этом говорить, но... Тобто навіть не стільки навіть Речі Посполити, як Великого князівства Литовського. Да, а у них є для цього определенні історичні основання, тому що длительне время государственным языком в Великом княжестве Литовском был так называемый русский, это фактически старобелорусский язык. То есть на этом основании выводятся там те или иные исторические параллели сейчас. Но белорусская элита была в те времена Великого княжества Литовского и последующих гораздо более полонизирована, чем украинская. І потім вона була значительно більш русифіцирована. Але, Юрій Борисович, це справи давно минувших днів. Тим не менше, у нас не так багато часу лишається. От хотілося б більше прийти до нашого часу, все ж таки повернутися до свого питання. Як вони перейшли до диктатури? По-перше, білоруський директорський корпус уцілів. Они не успели провести приватизацию. А когда пришел Лукашенко, приватизации не была вообще проведена, и все осталось как при советской власти. То есть формально предприятия были самостоятельные, а были государственные. И в результате этого явления, плюс общее состояние белорусского общества, белорусская оппозиция не смогла развернуться, а к ее неудаче Лукашенко быстро перешел к авторитарным действиям и подавлению оппозиции. И вот это того, что у нас произошло, когда были различные олигархические группы, которые не могли прийти к общему согласию, в Белоруссии этих олигархов не было. Был один олигарх и окружающее его пространство. Поэтому, естественно, получилась вот такая вот последняя диктатура Европы. Тобто, виходячи з ваших слів, олігархи – це панацея від диктатури? В определенной степени – да, потому что если вы возьмете вот любые диктаторские режимы, они начинают распадаться в тех случаях, когда у них появляются независимые от диктатора экономические, экономико-политические группы. То же самое произошло в Советском Союзе, когда в результате перестройки стала появляться прослойка красных директоров, которым не нужна была диктатура коммунистической партии, она их отягощала. И они от нее избавились. Они составили вот тот слой, который и поднял всю эту бригаду Ельцина и так далее, и так далее. Потому что говорить о очень сильном демократическом развитии, в частности, России, там, осенью 91-го года, по крайней мере, можно с большой натяжкой. Фігура Світлани Тихановської, яка зустрічається зараз з Байденом, вона зустрілася навіть раніше, ніж наш президент Зеленський, з Борісом Джонсоном, з іншими західними лідерами. Наскільки вона є важливою от саме для Білорусі, для опозиції? Чи це чисто на експорт? Ні, це, звісно, великий символ. Вона олицетворює ту другу Білорусь. Чого боїться Запад? Хаоса в Беларуси. Хаоса, который может быть подавлен российским вторжением. Поэтому для них очень важно, чтобы появилась параллельная диктатуре с
структура или много структур, которые в любой момент могут перехватить государственную власть, если она начнет валяться на улице. И вот тут же вопрос не только в Тихановской, она, как говорится, символ, а там уже создаются в белорусской оппозиции за рубежом те структуры, которые, по крайней мере, они так хотят. Как у них получится, это второй вопрос. Те структуры, которые в случае, если по какой-либо причине ослабеет диктаторский режим, а это могут быть самые разные причины, быстро перехватить власть в случае, если, чтобы не получилось так, как получилось в России в 1917 году с возникшим двоевластием, которое известно, чим закінчилось. А чи є майбутнє взагалі у білоруського протесту з урахуванням тих подій, які ми бачили у минулому році? Да, такі перспективи у них є. Вопрос заключається в тому, зуміє ли руководство опозиції, не тільки Тихановської, понять, що тільки мирними протестами діло не обійдеться, к сожалению, что развитие диктаторского режима пришло к той ситуации, в том числе и при московской поддержке, когда цветы, тапочки и на скамеечках не помогут. Нужны гораздо более радикальные средства. И, судя по всему, начинается неизбежный процесс радикалізації білоруської опозиції. Юрію Борисовичу, буквально півтори хвилини ваше бачення як політичного глядача. Доля Олександра Лукашенка, президента Республіки Білорусь, як політика, як диктатора. Якщо пройде радикалізація білоруської опозиції і в країні почнеться вооружене сопротивлення, воно може прийняти не обов'язково стрільби, але вооружене сопротивлення, то его может ожидать все, что угодно. Например, доля Каддафи. Да, Каддафи, Чаушеску и так далее. Либо ему придется в какой-то момент быстро эвакуироваться в Россию, если у него хватит на это, как говорится, силы воли и желания. Но то, что ему не очень долго осталось, это можно с определенной долей уверенности говорить. Если только начнутся более широкие внешние санкции, Россия не сможет содержать, для того, чтобы содержать Белоруссию, Москва должна тратить 10-12 миллиардов долларов в год. Таких денег у нее просто нет. То тогда его судьба будет крайне незавидной. Угу. І на сам кінець, буквально 20 секунд. Чи залежить доля Олександра Лукашенка від долі Путіна, Володимира Путіна? В определенной степені да. Да, в определенной степені она зависит, наскільки Путін сочтет возможным і буде у нього возможность йому фінансово і помогать, в том числе і возможно предпринять вооруженную агресію. Но в последнее я пока верю не очень. Юрій Борисович, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.